Самые жесткие бои продолжаются в Лисичанске, Луганской области. Российские оккупанты практически стерли его с лица земли. Однако по-прежнему город под контролем украинских военных. ВСУ удалось уничтожить в окрестностях населенного пункта колонну российской техники. В Министерстве внутренних дел Украины заявляют, на сегодняшний день риск полной оккупации региона достаточно велик. А вот взять Донецкую область противнику будет намного сложнее. Ситуация очень сложная. Там реально интенсивность обстрелов сегодня такая, какой в Европе не было после 1944-1945 годов. Относительно Донецкой области у них все будет намного сложнее. Там есть, по сути, две крепости – Славянск и Краматорск, особенно Краматорск. Поэтому не думаю, что это так просто. На Бахмутском направлении противник пробовал атаковать, но отступил из-за потерь. Аналогичная ситуация и в районе Изюма. Украинские военные дают отпор российским оккупантам. На Харьковском направлении. На Харьковском направлении враг ведет оборону занятых ранее позиций. Совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Золочев, Крестище, Молодова, Карабочкина, Большая Бабка, Малиновка, Ивановка, Черкасская Лозовая, Слатина и Чепель. Вел штурмовые действия в районе населенного пункта Дементьевка. Успеха не имел. Противник покинул населенный пункт Ивановку в Херсонской области. Также в регионе украинские военные уничтожили склад с боеприпасами. Удалось ликвидировать склады и в Запорожской области, а в Николаевской уничтожен российский опорный пункт. Тем временем Львовская область готовится к возможному вторжению белорусских войск. Там обустраивают штабы обороны и усиленно готовят бойцов добровольческих формирований. В офисе президента говорят, Россия подобными слухами пытается посеять панику среди украинцев. Само же наступление маловероятно. Щодо всіх цих спекуляцій. Что касается всех этих спекуляций, буквально завтра или послезавтра обязательно начнется наступление. Мы все прекрасно понимаем об этом странном господине по прозвищу Лукашенко. Мы понимаем, что он хочет быть одновременно и тут, и там. Однако при этом мы понимаем, что происходит на территории Беларуси. К любым сценариям готовы. И у нас все с оборонительной точки зрения на границе Украина-Беларусь готово к этому. Российские войска обстреляли Доброполе Донецкой области. Повреждены многоэтажные частные дома, ранены мирные жители, в том числе и двое детей. Вот это все. Как теперь? Как спать? Как ночевать? Главное, что мы живы, целые, невредимые. Если бы в спальне я бы зашла, меня бы сразу там накрыло. Под ударом снова Николаевская область. Противник выпустил как минимум 7 ракет, сообщает в областной военной администрации. Повреждены жилые дома, обошлось без жертв. Мощный взрыв прогремел в Павлограде Днепропетровской области. В небо поднялся густой дым, а пострадавших не сообщается. Армия России продолжила. Российская армия продолжила бить ракетами по нашим городам. Мы уже начали своими силами восстанавливать нормальную жизнь в освобожденных общинах. Но реализовать такой масштабный проект по всей стране можно, только привлекая международные возможности. По словам Владимира Зеленского, с начала полномасштабного вторжения России в Украине от боевых действий пострадало уже 10 областей. За это время удалось освободить 1027 городов и населенных пунктов. Сотни из них российская армия полностью разрушила. Их фактически нужно строить заново. Александр Белов, специально для информационного марафона Freedom, телеканала UA.